Привести в порядок не только тротуар во дворе, но и межквартальные дороги, в том числе от мечети до конечной остановки трамвая. Такое решение приняли жители двора дома 56 по улице Старозагора и подали заявку на участие в губернаторском проекте «Содействие». Когда я узнала о такой программе содействия, которая может сделать ремонт не только на территории дома, но и окружающей территории вокруг дома. Поэтому мы приняли решение, посоветовались с жильцами, значит, о том, что мы же здесь живем, мы хотим, чтобы прилегающие дороги, по которым мы ездим и ходим, тоже были в отличном состоянии. Сейчас подрядная организация меняет тротуар у подъездов, ставит бортовой камень, укрепляет щебнем, затем будет асфальтировать. Все работы идут под контролем инициативных жителей, учитываются замечания и пожелания собственников квартир. Все вопросы уточняются по входным группам для того, чтобы учесть пожелания инвалида, который здесь проживает, колясочника. Мы установили с двух сторон пандусную часть для того, чтобы ему комфортно было пользоваться данной придомовой территорией. Ведут работы и на примыкающей территории. Несмотря на ухудшение погоды, все выполняют в срок. Сняли старое асфальтное покрытие, готовим дорогу от ветклиники к данной домовой территории. И газонную часть в виде полукольца установили, бортовую часть по ребрике борта. Вот, выравнивание происходит в данный момент, подготовка к завезению грунта, чтобы все было красиво. Контролируют работу подрядчиков как сами жители, так и администрация района. Напомним, что основным условием участия в губернаторском проекте «Содействие» является софинансирование проекта не только из городского и областного бюджетов, но и из средств жителей. В этом году по губернаторскому проекту «Содействие» в промышленном районе будет благоустроено 3 дворовых территории. Это Матросова 57, это Нововокзальная 155 и, конечно же, Старозагора 56, где мы с вами сегодня находимся. Это очень хорошая история. У нас в районе довольно активно жители в ней участвуют уже не первый год. У нас огромное количество заявок, и мы стараемся прибавлять и прибавлять как с каждым годом, и жители с удовольствием эту историю поддерживают. Кроме того, на территории района благоустроят 6 дворов по программе формирования комфортной городской среды и 9 дворов по программе народное инициативное бюджетирование. На всех объектах работы уже идут. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков. События.